네, 하나님 말씀 보겠습니다. Посмотрим Божье слово. 하나님 말씀은 출애굽기 23장 14절에서 16절. Сегодняшнее слово Исход 23 глава с 14 по 16 стихи. 같이 한번 읽어 볼까요? Давайте вместе будем читать. 읽겠습니다. 너는 매년 три раза в году празднование, наблюдая праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо вон нам ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдая праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Аминь. Да, сегодня у нас слово о трех праздниках. Вступление. Значит, если мы будем много говорить, то это будет нам ущербом. 그럴 일이 많기 때문이죠. Поэтому потом всякие происшествия, трудности приходят. 근데 여러분이 기도를 많이 하면 손해 볼 일이 없습니다. Но если вы будете молиться, тогда никакого ущерба не будет у вас. 말은 밖으로 하는 거지만 기도는 속으로 하는 거잖아요. То есть речь, то есть слова это то, что выходит, а молитва это то, что внутри можно делать. 말은 사람한테 하는 거지만 기도는 하나님께 하는 겁니다. Значит, слова мы говорим людям. А молитву мы говорим Богу. 비슷한 것 같은데 완전히 다르죠. То есть кажется, что вроде бы одинаково, но на самом-то деле это разное. 그래서 여러분이 사람한테 하는 말도 속으로 하나님께 하세요. Поэтому даже вот то, что вы хотите сказать людям, вот то говорите Богу внутри себя. 그게 내가 사는 방법이고 사람 살리는 방법입니다. И вот это вот метод, как мне жить, и метод, как спасать других людей. 요거만 바꿔도 응답은 시작되게 돼 있습니다. Вот если вы только это поменяете, уже начнут приходить ответы. 오늘 제목이 감사의 제목 그랬어요. Значит, сегодняшняя вот тема это благодарность. Тема для благодарности. 감사할 일이 참 많죠. Значит, нам много за что можно благодарить, правильно? 이제 하나 알류티씨가 세워져서 이 예배 외에는 우리 5층 하나 알류티씨에서 진행이 됩니다. Значит, вот центр появился Хана РЮТС, и служение для иностранцев вот перешло туда. 그 이유는 저기가 장소가 너무 좁았을 때. Почему? Потому что, но там место чуть-чуть поменьше. 그래서 만약에 우리 하나 다민족부 인터내셔널 교회가 더 부흥되면 또 다른 큰 데로 또 옮겨가야 됩니다. И, к примеру, если вот наше служение с иностранцами увеличится в количестве, то надо будет потом идти в другое место, побольше. 지금 우리에게 12년 만에 하나님이 예배할 수 있는 다민족부의 장소를 주신 거예요. Ну вот Бог он дал нам в этом году место, где мы можем преподносить богослужение для иностранцев. Вот тот центр. 참 감사한 일이죠. То есть это тоже причина для благодарности. 감사할 제목들이 참 많은데요. Вообще-то много за что можно благодарить. 오늘 성경에 세 가지 절기를 통해서 감사할 것을 얘기해 주셨어요. Вот сегодня мы прочитали, что Бог говорит, преподносите мне три праздника, и все они связаны с благодарностью. 이거는 유대인들의 세 가지 명절입니다. Вот иудеи, они сейчас тоже отмечают эти три праздника. 러시아권에는 큰 명절이 어떤 게 있어요? А в русскоязычных странах какие праздники есть большие? 우리 한국에는 추석이 있고 вот 설날 тоже, 이런 게 있습니다. У нас тоже есть и чусок, и солнар. 러시아 거는 뭐 있어요? 우리 또 유월절 또 있고 유월절. 유월절이 있대요. 네, 파스카 있다 у нас, 네, 네, 네. 그런 예 훨씬 성경적인 민족입니다. 네. 나도 тоже знаю, да, с своей стороны. 우리나라에도 명절이 많지만. 유대 민족에게도 명절이 많이 있어요. Значит, вот у нас в стране есть много праздников, и у иудеев тоже есть много своих праздников. 그 중에서도 제일 큰 대표적인 세 가지 절기가 이겁니다. Но
У иудеев тоже много праздников, но самые главные из них, три большие, это вот эти вот три праздника. Юэль절. Первое, это Пасха. 그리고 오늘 맥추절. Затем это жатва, праздник жатвы. 그리고 마지막이 수장절. И последнее, это праздник сбора урожая. 여기 세 가지예요. То есть вот три праздника есть. 여기 안에서 하나님이 복음을 다 설명을 해주셨어요. И вот внутри вот этих трех праздников Бог объясняет Евангелие. 출애굽기 12장 13절. Исход 12:13. 그리스도의 피를 통해서 구원받은 것을 알게 하셨어요. То есть вот этот праздник Пасха нужен для того, чтобы понять, что через кровь Христа мы получаем спасение. 옛날에 이스라엘 사람들이 애굽에서 430년 동안 노예됐잖아요. Значит, израильский народ в течение 400 лет они были рабами в Египте. 하나님은 애굽에 열 가지 재앙을 내리셔서 거기서 빠져나오게 만들었습니다. И вот Бог он изливает на Египет 10 казней и выводит израильский народ из Египта. 그 첫 번째 재앙이 뭐였죠? Вот помните, какие были казни? 기억나신 분 있습니까? Вот, кто помнит? 첫 번째 재앙. Первое бедствие какое было? 애굽의 강 제일 유명한 거 뭐예요? Значит, в Египте была самая известная речка. 나일강이죠, 나일강. Это как это называется? Наил. 예. 이 나일강 때문에 물도 마시고 빨래도 하고 밥도 먹고 다 해요. Значит, в Египте была вот эта река Нил, да? И вот там они оттуда брали воду для питья, там же моль, там же вещи стирали, все оттуда брали. 엄청나게 크고 긴 강입니다. То есть это была такая огромная река. 근데 그게 완전히 피로 변했어요. 피로. И потом Бог сделал так, что эта вся река превратилась в кровь. 그걸 시작해서 쭉 열 가지 재앙이 내렸어요. И вот с вот этого началось бедствие, и вот так вот до 10 бедствий дошло. 그 마지막이 뭐였어요? А последнее, что произошло? 그게 중요한데. Вот это очень важно. 마지막 재앙이 뭐였죠? Последнее бедствие какое было? 하나님이 미리 예언했습니다. То есть Бог он пророчествовал заранее. 오늘 밤에 죽음의 사자가 집집마다 들어갈 것이다. Значит, сегодня ночью пройдет ангел смерти мимо всех домов. 처음 난 것, 장자. 동물이든 인간이든 다 죽여버리겠다. 이 все первенцы, 이 люди первенцы, 이 животные все умрут первенцы. 살 수 있는 방법은 양을 잡아서 피를 문에다가 문 프레임이죠. 여기다가 발라라. 이 метод спастись было от смерти необходимо было взять кровь ягненка, пролить и помазать вот эти вот косяки дверей. 그러면 죽음의 사자가 왔다가, 어? 피가 있네? 넘어갈 것이다. И вот тогда ангел, он проходил мимо какого-то дома, видел кровь и не заходил туда, обходил тот дом. 그걸 보고 유월절, Passover라고 합니다. То есть вот это называется Пасха, то есть прошел мимо, такой буквальный смысл. 이게 구원을 설명하는 거예요. 우리. То есть так объясняется спасение. 우리가 그리스도의 피가 없으면 죽음의 역사가 우리에게 들어옵니다. Значит, если у нас нет крови Христа, тогда к нам приходит смерть. 하나님 떠나서 죽은 나. Я, который умирает, я, который отошел от Бога, умирает. 완전히 죄 속에 살고 있는 나. Я, который живу во грехе. 그러다가 죽으면 영원한 죽음, 지옥으로 갈 나. И не только я умру, а я умру и иду в вечную смерть. Это ад. 그 상태에 있기 때문에 내가 사는 동안 재앙이 막 들어옵니다. И поскольку я живу в таком состоянии, во время жизни на земле постоянно приходят бедствия. 우리 집 문을 열고 재앙이 계속 들어온다니까. И вот двери открыты, поэтому постоянно бедствия входят в наш дом. 우리 집 문을 열고 귀신이 계속 우리 가문에 들어와요. То есть, поскольку открыты двери в доме, то постоянно бесы заходят и мучают нашу семью. 사단도 귀신도 재앙도 못 들어오는 방법. И метод сделать так, чтобы ни сатана, ни бесы, ни бедствия не зашли в дом. 그리스도의 피를 발라라. Надо вот помазать кровью Христа. 예수가 그리스도 된 사실을 믿고 영접하는 순간 내 속에 그리스도의 피가 들어옵니다. И в тот момент, когда я верю в то, что Иисус является Христос,
и принимаю в тот момент кровь Христа, вот как бы я мажу себя Христом, так, я помазан Христом. 그 순간 나는 구원 받았어요. И в тот момент я получаю спасение. 사단이 더 이상 들어올 수가 없어요. 미안. То есть теперь больше сатана внутрь меня войти не может. 속일 수는 있어도 건드릴 수도 없습니다. Значит, о да, он может меня обманывать, но привести меня к поражению не может. 이거를 기억해라 이 말이. И вот Пасха для того, чтобы помнить вот этот факт. 구약에 이미 얘기해 주신 거. 구약에. То есть я вам сейчас говорю то, о чем говорил Ветхий Завет. 이래 가지고 애굽 사람들이 이스라엘 사람들이 애굽에서 탈출했습니다. Поэтому израильский народ, когда они об этом узнали, они вышли из Египта. 그 탈출했는데 이제 어디예요? 너 광야에 걸어가야 되잖아. И куда они вышли? Они вышли в пустыню, пошли. 저 애굽에서 애굽이라는 과거에서 빠져나온 거예요. Значит, они вышли из Египта. Что значит? Египет это прошлое, то есть решилась проблема прошлого. 근데 이제 탈출했습니다. 탈출. Но теперь есть то, куда они пошли. 어디에 왔어요? Куда они пошли? 광야 40년. Они пошли в течение 40 лет в пустыню. 오늘 내 인생입니다. Пустыня это значит сегодняшняя моя жизнь, сегодня. 어떻게 살아야 돼? Как теперь жить надо? 먹을 것도 없고 마실 물도 없고. Вот в пустыне не было ни еды, ни воды не было. 우리 인생하고 똑같잖아요. Вот наша жизнь с вами такая же самая. 아무도 나를 도와주지 않아요. И вот никто мне не помогает. 나는 아무 배경도 없어. И у меня никакой поддержки нет. 광야에 살고 있는 이스라엘 사람 같은 나. То есть я сейчас такой же, как Израиль, который жил в пустыне. 어떻게 살아갈 겁니까? Вот тогда как надо жить? 출애굽기 23장 16절. Исход 23 глава 16 стих. 맥추절을 지켜라. Говорит так, значит, 잠깐만. 맥추절. Жатву. 예. Посейте. 유월절에서 50일 지난 게 맥추절입니다. Значит, с момента Пасхи до того, как они посеяли жатву, то есть 50 дней прошло. 굶어서 죽을 줄 알았는데 하나님이 먹을 것을 주셨어요. То есть они думали, что они умрут через 50 дней, а через 50 дней Бог дает им жатву. 유월절 후 50일이라고 해서 오순절이라고 합니다. И поскольку с момента Пасхи до жатвы произошло прошло 50 дней, то мы называем этот пятидесятница. И Пентекосты. Да, вот у нас тоже есть пятидесятнические церкви, да, вот пятидесятница. 그래서 우리 인생을 이제 광야 같은 인생이지만 하나님이 인도하신다 이 말. Поэтому наша жизнь теперь как жизнь в пустыне, но Бог здесь совершенным образом ведет нас. 2000년 전에 초대교회에 오순절날 오신 분이 있습니다. Значит, 2000 лет назад, когда ранняя церковь собралась, они собрались вместе в день Пятидесятницы. 그게 누구시냐면 성령 하나님이세요. И тогда сошел Дух Святой. 우리가 그리스도를 통해서 구원받았잖아요. Вот мы с вами получили спасение через Христа. 그럼 이제 어떻게 살아야 되죠? Теперь тогда как надо жить? 성령이 인도하시는 대로 살면 됩니다. Необходимо, получая водительство Духа Святого, жить. 성령께서 이스라엘을 어떻게 인도하셨죠? А как Дух Святой вел Израиль? 먹을 거 없으니까 만나를 내려주셨어요. Значит, не было что кушать Израилю, поэтому Бог дает манну с неба. 고기가 없으니까 메추라기도 보내주셨어요. Значит, не было мяса, поэтому Бог дает им птицы. 밤에 어둡고 춥고 안 보이니까 불기둥을 주셨고. Ночью было темно, холодно было, поэтому Бог дает огненный столб. 낮에 햇빛이 너무 따갑고 어디로 갈지 모르니까 구름 기둥을 주셨어요. 아, днем очень жарко, непонятно куда идти, поэтому Бог дает столб облачный. 하나님이 미리 구약에서 보여주신 거예요. То есть Бог он о водительстве уже в Ветхом Завете все пока все объяснил. 하나님 지금도 우리에게 구름 기둥, 불 기둥을 주십니다. И сейчас Бог дает нам вот этот столб и огненный и облачный. 내 인생의 구름 기둥, 불 기둥. Вот столб облачный, огненный в моей жизни. 그게 뭐냐? Что это? 성령의 인도다 이 말이. Это водительство Святого Духа. 성령이 우리를 가만히 안 놔둡니다. Значит, Дух Святой не просто внутри нас спокойно находится. 완벽하게 처음부터 끝까지 딱 붙잡고 인도하고 계세요. Значит, с самого начала до самого конца и совершенным образом он нас направляет. 여러분이 우연히 한국 온 것 같죠?
Вот, кажется, как будто мы по случайности приехали в Корею. 내가 결정해서 한국 와야 되겠다. 그래서 온 것 같죠. Вот, кажется, как будто я принял решение, что поеду и приехал в Корею. 잘못 생각한 거예요. Но это неправильные мысли. 하나님이 처음부터 끝까지 플랜을 다 가지고 여러분을 부르신 거예요. Значит, у Бога был план на вас от самого начала до самого конца, поэтому он вас привел сюда. 그러다가 어쩌다가 여러분이 대구에 있는 이 멀리 있는 교회 하나교회까지 오게 됩니다. И вот Бог сделал так, что вы пришли в эту церковь Хана, может быть даже если она далеко от вас находится. 너무 멀다. Да, очень далеко в Тегу. 1시간, 2시간 걸리는데. туда-сюда, час-два требуется. 아, 좀 쉬고 싶은데. Да, хочется отдохнуть в этот день. 하나님이 인도하시는 거예요, 지금. Но Бог, Он вас сейчас ведет. 우리 인생은 우리 계획대로 절대로 안 됩니다. Значит, в нашей жизни, по нашим планам, не получится ничего. 하나님이 인도하시는. Бог ведет нас. 그리고 세 번째 지켜야 될 절기. И затем, третий праздник, который надо соблюдать. 수장절. Это... Сбор урожая. Праздник сбора урожая. 1년 농사하고 마지막에 거둬서 창고에 저장하는 거예요. Значит, в течение года сеешь, потом собираешь и приносишь вот этот вот праздник сбора урожая. 추수감사절이라고도 합니다. То есть мы говорим, тогда даешь благодарность Богу. 출애굽기 34장 22절. Исход 24 глава 22 стих. 우리에게 약속된 땅, 가나안 땅이 있잖아요. То есть есть земля, которую Бог нам обещает. Это что Он нам даст ее? Это земля Ханан. 그걸 향해서 가는 겁니다, 광야길을. И вот сейчас, смотря на эту обещанную землю, израильский народ идет по пустыне. 우리의 미래죠, 미래. То есть здесь говорится о нашем будущем. 아직 보이지 않지만 완전하게 준비되어 있다. Значит, хоть мы и не видим будущего, но Бог уже совершенным образом приготовил его. 이게 뭐죠? Что это? 하나님의 나라. Это Царство Небесное. 이걸 완전히 보장하신 거예요. То есть Бог уже нам дал это, то есть это уже для нас подготовлено. 그래서 우리는 지금 죽어도 아무 상관없습니다. Поэтому даже если мы сейчас умрем, ничего страшного. 하나님 나라가 보장되어 있기 때문에. Потому что у нас уже есть обещание о том, что мы пойдем в Царство Небесное. 그래서 구약의 세절기를 통해서 하나님이 복음을 완전하게 설명해 주셨어요. Поэтому Бог через вот эти три праздника в Ветхом Завете объясняет совершенным образом Евангелие. 성부, 성자, 성령. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. 우리의 과거, 현재, 미래. Наше прошлое, настоящее, будущее. 여러분, 구원이 뭔지 아세요? 구원? Вам необходимо знать, что такое спасение. 우리의 과거, 현재, 미래가 완전히 해결된 게 구원입니다. Что такое спасение? Это то, что решает проблемы прошлого, настоящего и будущего. 저주, 재앙에서 빠져나왔어요. То есть уже вышли из проклятий и бедствий. 천국이 보장되었습니다. И уже обещано Царство Небесное. 오늘 성령의 인도를 받는 거예요. И сегодня надо получать водительство Святого Духа. 이게 구원입니다. Вот это и спасение. 그래서 나는 이제 이 땅에 사는 동안 내 문제에 대한 영적 승리자로 사는 것이다. Поэтому теперь, пока я живу на этой земле, как я живу, как победитель духовной проблемы. 여러분, 문제 있습니까? 영적 승리자가 되세요. Вот у вас есть проблемы? Вы теперь стали духовным победителем. 그리스도가 다 끝냈으니까. Потому что Христос уже все закончил. 그리고 여러분 현장. А также есть ваше место действия. 여러분 현장에 영적 사령관으로 사시기 바랍니다. И теперь желаю, чтобы вы на вашем месте действия стали духовными генералами. 이게 하나님 여러분 인생에 원하시는. Вот это то, что Бог хочет для вашей жизни. 그래서 새 절기를 통해서 여러분 복음을 붙잡으시기 바랍니다. Поэтому желаю, чтобы через эти три праздника вы ухватили за Евангелие. 오늘 강단 말씀에서도 나왔잖아요. Вот мы тоже сегодня слушали воскресное слово. 오순절 성령께서 나를 완벽하게 인도하신다. Значит, Дух Святой, который сошел во время Пятидесятницы, меня ведет совершенным образом. 아무것도 없는 광야지만 거기 임마누엘로 하나님 함께 하신다. То есть, кажется, мы сейчас в пустыне, ничего нет, но и там совершенным образом Бог Иммануилом со мной пребывает. И оня кучапко, ёмня кокчем та нерноусе. Поэтому, держа за этот завет, все ваши беспокойства, переживания, оставьте их. И чукпоге чуёгу и дэши барэ. Желаю, чтобы вы стали главными героями вот этих благословений. 그럼 두 번째. И во-вторых. 여러분이 응답을 받아야 됩니다. А теперь вам необходимо получать ответы. 응답을 받아야 될 제목들이 있습니다. Есть темы молитвы,
темы молитвы, на которые она получит ответ. 이 부분은 성도들이 별로 안 좋아하는 것 같아요. Значит, вот то, что я сейчас буду объяснять, обычно верующие не любят. 목사님들도 잘 얘기를 안 해줘요. Ну и пастор специально об этом не говорит. 우리 목사님도 잘 얘기 안 하십니다. И наш пастор также он об этом не говорит. 그래서 저도 잘 안 하게 됐어요. Поэтому я тоже подумал, что не буду говорить. 근데 제가 마음속에 늘 이 축복을 우리 성도들이 받아야 되는데. Но в своем сердце у меня такие мысли приходят. Вот наши верующие обязательно должны получить это благословение. 그래서 이 부분을 정말로 우리 성도들이 응답받았으면 좋겠다. И такие мысли приходят. Как будет хорошо, если наши верующие получат этот ответ? 그게 뭐냐면 예물입니다. 예물. Что это? Жертва. 예물. Жертва. 다른 말로 헌금이죠, 헌금. Другими словами, пожертвование. 이것은 교회에 돈 필요하니까 돈 내라는 말이 아니에요. То есть не то, что вот нашей церкви нужны деньги, поэтому давайте деньги. 여러분 잘 알아들으시기 바랍니다. Вот я желаю, чтобы вы сейчас хорошо поняли пожертвование. 헌금의 시작이 어디, 뭔지 아세요? Вот вы знаете начало пожертвования, знаете какое? 역대상 29장 14절. Вот можем посмотреть первое Паралипоменон, 29 главу, 14 стих. 모든 것이 하나님 것이다. Все Божье. 하나님 것인데 그냥 하나님한테 드린 거다. То есть все Божье, поэтому мы просто вот это отдаем Богу. 아니, 내가 열심히 돈 벌었는데? Не, ну подождите, я же так усердно зарабатывал деньги. 그게 어떻게 하나님 겁니까? Как это Божье? 여러분, 하나님이 건강 안 주시면 일할 수 없어요. Послушайте, если Бог не даст вам здоровье, вы работать не можете. 하나님이 오늘 나를 눈을 안 뜨게 하시면 살 수가 없어요. Если Бог не сделает, что я открою глаза утром, я и жить не буду. 모든 게 하나님으로 와서 하나님께로 가는 겁니다. То есть все от Бога приходит и все к Богу идет. 여러분, 경제의 축복을 누가 받아야 될까요? Вот кто получает финансовое благословение? 하나님 모르는 사람들이 받아야 될까요? То есть люди, которые Бога не знают? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. Но я так не считаю. 하나님 아는 하나님 자녀가 경제 축복 받아야 돼요. Значит, чадо Божие, которое знает Бога, получает финансовое благословение. 자꾸 불신자들이 경제 축복 받으니까 세상이 이상해지잖아요. Вот смотрите, сейчас неверующие получают финансовое благословение, поэтому мир странный. 경제의 축복을 받는 방법이 뭐냐? И какой метод мне получить финансовое благословение? 하나님이 체크해버렸어요. 체크해버렸어요. Значит, Бог он сейчас он хочет проверить. 아니, 하나님이 나를 한번 테스트해봐라 이랬습니다. Вот, друзья, с вами вот необходимо, чтобы Бог меня проверил. 십일조. Первое, десятина. Малахия 3장 10절. Малахия, 3 глава, 10 стих. 이거 왜 시작했는지 아세요? Вот, знаете, почему я вот это говорю? 내 수입의 10분의 1을 하나님께 드린 거잖아요. Значит, десятина это десятую часть своего дохода отдавать. 목회자들이 오직 말씀 기도에 올인할 수 있도록 목사님들 일하지 마세요. 우리가 10분의 1씩 드리겠습니다. 이거예요. Что такое десятина? Пасторы, которые должны только думать об слове, о молитве, чтобы они не работали, мы даем десятину. Вот мы даем десятину, пастор, не работайте. Только думайте о слове. Они вот так и отдаю. А если не так, то как произойдет? 목사님들 주일날 설교하고. Вот пастор, 월요일부터 토요일까지 일하러 가야 돼요. Значит, а если десятину не давать, тогда пастор, да, в воскресенье он может давать проповедь, но с понедельника по субботу ему надо работать. 월요일부터 토요일까지 저 롯데백화점에 취직해야 돼요. Вот, например, вот ему надо, вот там, знаете, лотте, вот этот универпаг, там надо работать с понедельника по субботу. 근데 미국, 유럽 이런데 지금 목사님들이 일주일 일단 일하고 주일날 설교만 합니다. Но вот если посмотреть Европу, также Америку, то там много таких пасторов, которые только воскресенье проповедуют, а в течение недели работают. 지금 전 세계 교회 상황이에요. То есть вот эта ситуация, так сказать, всемирной церкви. 하나님이 기뻐하실까요? Как вы думаете, Бог радуется этому? 하나님이 안타까워합니다. Значит, Богу очень жалко. 한국 교회도 똑같아요, 지금. И сейчас с корейской церковью такая же ситуация происходит. 서울에 가면 일주일 동안 일하고 주일날 메시지만 하시는 목사님들이 많이 있대요. Значит, в Сеуле очень много пасторов, которые только воскресенье проповедуют, а в течение недели они работают.
여러분, 미국에 록펠러라는 사람 알죠? 록펠러. Значит, в Америке был такой человек, как Рокфеллер. 이 록펠러라는 사람의 어머니가 죽기 전에 마지막 말을 남겼어요. Значит, вот эта мать Рокфеллера перед смертью она ему сказала последнее слово. 하나님을 아, 목사님을 하나님처럼 섬겨라. Значит, пастору как Богу служи ему. Пастору служи. 그리고 주일 예배에 반드시 성공해라. И обязательно в воскресенье преуспей. 록펠러는 주일 예배 40분 전에 가가지고 항상 매주 기도하고 예배를 준비했답니다. Преуспей в богослужении имеется в виду. Поэтому Рокфеллер он всегда приходил за 40 минут до начала богослужения и готовился. 그리고 어머니가 한 말. И потом еще мама так сказала. 십일조 제일 많이 하는 사람 되라. Значит, стань человеком, который больше всех дает десятину. 록펠러 진짜 그렇게 했어요. И вот Рокфеллер он сделал так, как мать сказала. 그래가지고 록펠러가 하도 돈을 많이 벌어가지고 수입의 10분의 1을 주일날 예, 그 헌금을 했죠. Поэтому Рокфеллер он начал зарабатывать много денег и в воскресенье давал десятину. 근데 캐시로 가지는 캐시로. Но вот он давал этот как бы наличкой. 예. 통장으로 계좌 이체하는 게 아니고 현금으로 가져오는 거예요. То есть, ну, не посылал, как это, онлайн, а именно наличкой давал. 그러면 근데 너무 많아, 너무. Поэтому было вот по количеству очень много было купюр. 요즘 같으면 그 은행에 이렇게 띵 하면 드르륵 새는 기계가 있는데 옛날에는 그런 게 없었거든요. Да, то есть сейчас можно просто интернет банкинг там нажал и всё, а раньше такого не было. 그러니까 이걸 일일이 세야 돼. И, ну, и надо все это посчитать, правильно? Сложить все надо. 그래서 그 교회는 그거 하는 팀만 따로 있었다. Поэтому в церкви, где, куда Рокфеллер дал пожертвование, была команда отдельная, которая считала пожертвования. Малахи 3장 10절 뭐라고 했냐? О чем говорит Малахия 3:10? 네가 하나님께 예물 드리고 하나님이 너를 축복하시는지 안 하시는지 하나님을 테스트해봐라 했습니다. То есть сказано так, принесите все десятины в дом, и потом посмотрите, испытайте меня, благословлю ли я вас или нет, до избытка. 십일조입니다. Десятина. 두 번째. Во-вторых. 선교 헌금. Пожертвование для миссионерства. 교회가 선교하지 않으면 있을 필요가 없어요. Значит, если церковь не занимается миссионерством, нет необходимости для существования такой церкви. 사도행전 11장 27절에서 30절. Деяния 11 глава 27, 20, 30 стихи. 결론은 선교입니다. Значит, заключение церкви – это миссионерство. 모든 사람이 어려울 때 하나님이 선교하는 안디옥 교회를 축복하셨어요. Значит, когда всем людям было тяжело, Бог благословляет антиохийскую церковь, которая занималась миссионерством. 지금 코로나 때문에 다 어렵잖아요. Посмотрите, сейчас из-за короны всем тяжело. 그때는 똑같아요. Вот в то время такое же самое, такие же были обстоятельства. 먹을 게 없었어, 먹을 게. То есть, ну, буквально нечего было кушать. 근데 이 안디옥 교회가 선교하는 교회거든. Но церковь антиохийская была церковью, которая занималась миссионерством. 이 교회는 헌금이 차고 넘치는 거예요. И вот пожертвований в этой церкви было очень много, прям изобилие было. 여러분, 선교를 위한 경제는 따로 하나님이 숨겨놨습니다. Вот послушайте, Бог, он финансы, пожертвования для миссионерства уже отдельно приготовил. 그러면 선교하는 사람이 이 응답을 받는 거예요. Поэтому тот человек, который занимается миссионерством, он получает вот эти Богом приготовленные финансы. 건축 헌금. Пожертвования для строительства. 교회를 건축하는 거죠. Значит, пожертвование, чтобы строить церковь. 역대상 29장 29장 11절에서 14절. Первая Паралипоменон, 29 глава, с 11 по 14 стихи. 여러분, 온 세상 237 나라 5천 종족을 잡고 있는 게 우상 문화, 귀신 문화입니다. Значит, послушайте, 237 стран, 5000 малых вот этих народов, племен. Идол и культура идолопоклонства сейчас держат все эти места действия. 전 세계 관광 문화 여러분 나라도 있을 거예요. 관광 문화를 잡고 있는 게 우상입니다. Значит, послушайте, вот это вот туризм есть, да? Вот туризм чем схвачен? Идолопоклонством. 여러분, 우상이 하나 딱 그 동네 있으면 그 동네 문화가 우상 문화로 바뀌어요. Почему? Потому что если есть какой-то идол в районе,
Тогда вот этот идол, он формирует культуру идолопоклонства во всем районе. 여러분, 저 남구청 그쪽에 있는데, 남구청 맞습니까? 그 불교 대학에 큰 불상 있잖아요. Значит, есть буддийский университет, и там есть статуя тоже большая. 그 동네는 다 불교예요, 그냥. Поэтому весь тот район, он стал таким буддийским стал. 그 사람들이 지나가다가 그거 보고 절하고 지나갑니다. Поэтому люди, когда проходят мимо вот этой статуи, они, ну, как бы поклоняются, потом идут дальше. 그리고 애들 들어보니까 주위에 사는 애들 다 시달려요. И вот дети, которые живут вокруг вот этой вот статуи, они все, ну, как бы, они страдают. 우상이 서 있으니까 그런 거예요. Почему? Потому что там есть идол. 여러분, 제가 한 번씩 얘기하잖아요. Вот я тоже, вот я иногда рассказываю об этом. 옛날에 요 상인 내거리, 상인역에 도시가스 폭발해가지고 사람들 엄청 죽었어요. Значит, вот здесь, ну, в этом районе недалеко, из-за взрыва газа много людей умерло. 그 후로 이 롯데백화점, 이 롯데백화점 직원들이 자꾸 귀신을 보는 거예요. И вот после этого вот те люди, которые работают вот здесь в ОТ, начали многие из них видеть бесов. 이 사단이 장난치는 거죠. То есть вот, ну, так вот сатана, он действовал. 근데 그 후에 우리 하나교회가 여기 건축이 됐거든요. Но после этого на этом месте наша церковь стала строить здание. 하나교회가 여기 들어오고 나서 그때부터 귀신이 사라졌어요. И после того, как наша церковь сюда заехала, стали преподносить богослужение, вот эти бесы, которые видели вот этот работники, ну, они перестали видеть бесов. 그래서 롯데백화점에서 하나교회 굉장히 고마워했다니까요. Поэтому вот этот универмаг, вот они благодарны нам, нашей церкви. 눈에 안 보이지만 여러분 이런 역사 일어납니다. То есть вот видите, ну как бы глазами этого не видно, но такое действие происходит. 여러분 인생에 교회를 하나 건축한다. 하나님 너무 기뻐하시네. Послушайте, если вы за жизнь свою построите одну церковь, тогда Бог будет очень радоваться этому. 여러분의 나라에다가 정말 복음 전하는 교회 세워야 되잖아요. Послушайте, вот в ваших странах необходимо поставить церковь, которая проповедует Евангелие. 그러면 여러분 이게 돈 내라는 얘기입니까? И вот тогда что, ради этого надо дать деньги? Я об этом говорю. 어떤 데는 교회에서 교회 오면 돈 준다 하더라고요. Но вот иногда вот говорят в церквях, вот, дай деньги. 우리 교회 한번 출석하면 만 원 드릴게요. Да, вот придите в церковь и вот, ну, хотя бы там 10 тысяч дайте. 그러면 한 달에 네 번 오면 4만 원 아닙니까? И вот смотрите, вот если каждую неделю давать по 10 тысяч, то уже 40 тысяч в месяц. 밥도 주고. И потом церковь дает, там, кормит людей. 주말마다 관광버스로 재밌는데 놀러 가고. И потом вот есть церковь, которая собирает верующих и ведут на какие-то места интересные, там они путешествуют. 교회에서 그거 해준대요. Но сейчас много церквей вот этим занимаются. 그게 좋으면 그 교회 가면 돼요. И, ну, вот, если вам нравится, тогда можете в те церкви ходить. 근데 여러분, 교회는 그런 것이 아닙니다. 교회는 그런 것이 아니에요. Но послушайте, церковь это не то место, где там кормят, дают деньги и развлекают. 여러분이 일어나서 교회를 지키고 교회를 세워야 돼요. Вам самим необходимо подняться и построить церковь, поставить церковь. 우리 한국 사람이 하는 교회에 외국 사람이 지금 와 있는 겁니까? Вот смотрите, сейчас же вы, иностранцы, пришли в нашу церковь, правильно? 여러분, 그렇게 생각하면 착각이에요. Но вы можете, вот если так подумать, то это неправильные мысли. 이게 여러분들 교회입니다. Вот это ваша церковь. 여러분이 헌금하고, 여러분이 교회를 세우고, 이렇게 해야 돼요. Вот вы тоже давайте пожертвования, вы тоже ставьте церкви, вот так поступайте. 앞으로 우리 다민족부에는 한국 사람이 도우는 게 아니라 외국 사람이 이 교회를 이끌어 나가야 돼요. Поэтому в будущем необходимо, чтобы вот это служение для иностранцев не корейцами тут управлялось, а чтобы тут иностранцы все вели служение. 여러분 저 성서에 가 보세요. 무슬림 사원들 많습니다. Вот съездите в центр, посмотрите, там очень много вот этих мусульманских мечетей. 그 사람들 그 사원 어떻게 만드는 줄 아세요? А вы знаете, как вот эти мусульмане они построили эти мечети? 자기들끼리 돈 내 가지고 그거 가지고 사원을 만들어요. Вот они свои деньги они давали и таким образом построили мечеть. 갈수록 더 많이 늘어납니다. И вот чем больше проходило время, тем больше давали. 여러분이 교회를 살려라. Вот вам необходимо тоже спасти церковь. Remnant 헌금. А также пожертвования ради ремнантов. 우리 후대들을 얘기하는 거. То есть наши потомки. 장학 헌금.
Также пожертвования на стипендии сюда входят тоже. 후대 안 키우면 미래 없어요. Послушайте, если не поднять потомков, детей, тогда будущего нет. 우리 자녀들이 돈이 없어서 필요한 교육을 못 받는다. Значит, из-за того, что вот, у нас нет достаточно денег, наши дети не могут получить там, определенное образование. 우리 자녀들이 돈이 없어서 세계복음화를 위한 미래 준비를 못한다. Значит, вот у наших детей нет денег, поэтому наши дети не могут готовиться к всемирной евангелизации. 그건 우리 어른들 책임이죠. Но на самом-то деле, вот это все ответственность взрослых. 그리고 우리 교회 책임입니다. И это ответственность нашей церкви. 그러면 안 돼요. Нельзя, чтобы так произошло. 우리 자녀들이 교회의 미래예요. Значит, наши дети – это будущее церкви. 복음의, 복음 운동의 미래입니다, 여러분. И наши дети – это будущее движение Евангелия. 당연히 우리 렘넌트 살려야죠. Поэтому, само собой, нам необходимо спасти ремнантов. 그리고 마지막. И последнее. 저축하세요, 저축. Значит, это сбережение. 뭔 갑자기 저축을 하라 하냐. А почему, 네. почему вы говорите сейчас про сбережение? 이건 저축하는 목적이 있어요. Потому что есть цель у сбережения. 하나님이 필요로 할 때 드릴 수 있는 준비. 이겁니다. Значит, мы заранее готовимся, чтобы у нас было что дать тогда, когда Богу вот это будет необходимо больше всего. 아, 갑자기 어떤 분이 선교사님으로 가게 됐어요. Вот, к примеру, кто-то решил поехать на миссионерство, как миссионер. 그러면 내가 정말 그 선교에 조금이라도 보탬이 돼야 되잖아. И вот, вот было бы хорошо хотя бы ну, чуть-чуть помочь этому человеку. 그, 거기에다 대고 천 원짜리 꺼내면 되겠습니까? Ну, как думаете, вот резко взять и дать деньги получится? 준비해놔야죠. То есть надо вот, чтобы заранее уже подготовиться к этому моменту. 지금 제가 렘넌트들 아니고 우리 어른들한테 얘기하는 거예요. Вот я сейчас не ремнантам говорю, я сейчас взрослым говорю. 우리 렘넌트들은 지가 가지고 있는 천 원짜리 꺼내야 됩니다. 다시 목사님. 우리 렘넌트들은 자기 주머니에 있는 천 원짜리 꺼내서 드려도 된다고요. 나 конечно, наши ремнанты, они могут со своего кармана вытащить и дать там чон вон, примеру. 근데 우리 어른들은 그렇게 하면 안 돼요. Но нельзя, чтобы взрослые давали по чон вону. 그래서 저축해야 돼요. Поэтому необходимо заранее вот формировать какие-то финансы. 이번에 어떤 지역에 교회를 세운다고 하더라. Вот, к примеру, вот кто-то решит вот в какой-то роде надо церковь поставить. 그러면 헌신하고 싶잖아요, 내가. И вот потом я хочу вот принять участие в этом. 근데 우리가 평소에 큰 돈이 있습니까? Но есть ли у нас такие сразу там большие деньги, чтобы дать? 뭐 여러분이 계시면 저는 없습니다. Ну, я не знаю, может быть, у вас есть, у меня нет. 그러면 평소에 준비해놔야죠. Поэтому нам необходимо постоянно вот копить, сберегать какие-то финансы. 여러분, 벌레 중에 하루살이라고 있습니다. 하루살이. 하루만 사는 곤충. 다시 목사님. 하루만 사는 조그만한 날아다니는 곤충이 벌레가 있어요. 아, 벌레. значит есть, давайте скажем, мошка есть, мошка, да, вот она живет только один день. 예, 하루살이랍니다. 하루살이. значит, вот она живет только один день. 저 신천에 가면 여러분 많이 볼 수 있어요. Ну вот если поедете в Синчон, но там много таких как мошек, комаров. 이 하루살이는 내일이 없습니다. значит, у вот этой мошки, у этого комара завтрашнего дня нет. 그래서 미래를 얘기할 필요가 없어요. Поэтому нет необходимости ей рассказывать про будущее. 왜? 오늘 살다가 오늘 죽으니까. Почему? Потому что сегодня живет и сегодня же умрет. 여러분이 이 준비가 없다면 하루살이 인생이에요. Вот если у вас тоже нет такого подготовки к будущему, тогда вот вы тоже как вот это однодневное вот этот насекомое. 그냥 그때그때 생각하고 그때그때 행동하는 인생이에요. Значит, вот что-то появилось, сразу пытаюсь что-то делать, появилось, что-то пытаюсь делать. Вот такая вот жизнь будет. 우리가 이렇게 살면 안 되잖아요. А нельзя, чтобы мы так жили. 다 응답 받을 제목들입니다. Значит, вот это вот темы, на которые необходимо получить ответ. 이게 전부 축복들이라니까요. 축복이라니까, 축복. 아, и вот это все благословение, я вам сейчас говорю. 내가 왜 경제에 얼음 당하냐? А почему я сейчас сталкиваюсь до сих пор с трудностями финансовыми? 체크해보세요. Ну вот, проверьте себя. 목사님 너무 어려운데요. 아, пастор, что-то вы такое тяжелое говорите. 너무 어려우면 조금 더 하세요. Значит, даже если это тяжело, но начните с маленького, чуть-чуть делайте. 그러다가 더 너무 어려워졌다, 더. И потом еще будет тяжелее. 그럼 그거보다 조금 더 하면 돼요. И все равно еще меньше, но сделайте. 이게 그 복음 경제입니다, 여러분. Вот это вот мы говорим финансы света. 하나님이 축복하시는지 안 하는지 테스트 해보라니까. То есть, вот вы вот попробуйте вот это делать и проверьте, благословит вас Бог или нет.
제 얘기 간증을 하고 싶지만 시간이 너무 많이 돼서 못 하겠습니다. Я хочу вам немножко посвидетельствовать об этом, но времени нет, поэтому не буду. 결론입니다. Заключение. 너무 어려운 시기잖아요. Сейчас такое непростое время. 어떻게 시작할 것이냐? И как начать сейчас? 가장 낮은 것에서 시작하면 됩니다. Начните с самого низкого места. 가장 밑바닥에서 시작하면 돼요. Вот самого вообще плинтуса начните. 가장 작은 헌신에서 시작하면 돼요. Начните с самой маленькой жертвенности. 그러면서 본질을 놓치지 마세요. И не упускайте суть. 우리 지금 헌금 어떻게 하고 있습니까? Вот как мы сейчас делаем пожертвования? 헌금하려고 헌금하잖아요. Вот мы сейчас пытаемся делать пожертвования. 그 말이 무슨 말인지 알아듣겠습니까? Что это значит? 헌금하려고 헌금하잖아요. То есть для того, чтобы делать пожертвования, мы сейчас делаем пожертвования. 그거는 하나님이 원하시는 게 아니에요. Но Бог не хочет, чтобы так всегда было. 내가 진짜 왜 이걸 해야 되는지 알고 하는 겁니다. То есть необходимо понять, почему надо делать вот эти пожертвования. 그러면 10원을 헌금해도 달라지게 돼 있어요. 10원. 10원. 100원. 1000원. 10원. 예, 알겠습니다. Поэтому даже можете начать с 10 вон. 무슨 말인지 이해가 아시죠? Ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть с малого. 헌금 얘기하니까 아멘이 안 나오네요. 아멘. Вот я сегодня рассказывал про пожертвования, никто аминь не говорил. 여러분, 여러분이 응답받을 제목들입니다. Значит, вот это темы, на которые вам необходимо получить ответы. 감사의 제목을 회복하시는 축복 누리시기 바랍니다. Желаю, чтобы наслаждались благословением восстановления благодарности. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님의 은혜를 감사합니다. Бог, спасибо за благодать твою. 우리에게 있는 모든 것이 하나님의 것입니다. Господь, все, что мы имеем, это все твое. 하나님께 작은 것이지만 헌신할 수 있는 전도자로 세워 주시옵소서. Господь, просто подними нас благовестников, которые хотя бы малое, но могут тебе принести. 주님께 드리는 이 예물이 237 나라 5천 종족 살릴 수 있도록 인도하옵소서. И, пожалуйста, ты веди нас, чтобы те пожертвования, которые мы делаем, они способствовали спасению 237 стран, 5000 племен. 선교를 위해서 하나님이 감추어 두신 빛의 경제를 허락하여 주시옵소서. И, пожалуйста, пусть на нас сойдут финансы света для того, чтобы мы могли вести миссионерство. 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Теперь благодать Господа Иисуса Христа. 하나님의 영원하신 사랑과 Вечная любовь Бога Отца. 성령의 역사하심. Действие Духа Святого. 감사의 제목을 회복하며 하나님이 기뻐하시는 헌신을 시작하기 원하는 이제 현재 모든 하나님의 사람들 머리 위에 Да пребудут над народом Божьим, которые восстанавливают благодарность и молятся, чтобы преподносить Богу пожертвования. 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 다 пребудут сейчас и во веки.